Как делили кокошник один на всю деревню и чем отличались костюмы в разных регионах страны? Какая ткань была в моде и по каким признакам определить, замужем женщина или нет? Обо всем этом можно узнать на выставке «Бабий век». Экспозиция с образцами традиционных женских костюмов рубежа 19-20 веков открылась в музее Ивановского ситца. Посетители могут увидеть 15 полных костюмных комплексов, которые представлены в формате без стекла, чтобы рассмотреть даже мелкие детали. «Бабий век» – это рассказ о трех основных возрастах женщины. Каждому периоду соответствовал свой костюм и свои аксессуары. Большинство экспонатов – это ручная работа, ткачество, вышивка, плетение. В качестве материалов использовали шерсть, лен и конопля. Костюмы здесь во всей красе и во всем многообразии. Есть у нас и ивановский костюм рубежа веков 19-20. Мы не можем сказать, что это традиционный костюм. Это, в общем-то, уже городской костюм. И даже есть часть старообрядческих костюмов усть-Цельмы. Традиционный костюм – это не статус денежный. Да? Хотя тут присутствует этот элемент, но, правда, совсем-совсем немножко. Здесь мы скорее по традиционному костюму учимся читать, откуда эта женщина, сколько ей лет, замужем она, не замужем она, и только уже потом достаток,